В лесопарке рязанцы могут увидеть выставку «Под открытым небом», говорит Рязань. Она приурочена к празднованию 925-летию города. На ней представлены работы фотографа, журналиста и автора документального фотопроекта «365 домов Рязани» Светланы Крючковой. Под открытым небом размещены фотографии, на которых отражена жизнь Рязани четверть века назад, а также запечатлены события и люди города. Я занимаюсь и фотографирую дома для того, чтобы сохранить их образ на память, так как деревянное зодчество исчезает, оно не такое стойкое, дома горят, разрушаются со временем. Поэтому фотографирую для того, чтобы сохранить, для того, чтобы рязанцы знакомились, так как не все рязанцы знают о том, что у нас есть такие деревянные дома. Дома с огромной историей, уникальной архитектурной композицией запечатлены на выставке. Светлана отмечает, что каждый ее снимок передает свою неповторимую историю Рязани. Ну, конечно, испытываю сожаление, грусть о том, что дома не поддерживаются должным образом. Грустно то, что от нас это уходит. И хочется сохранить. Сейчас Светлана готовит свою авторскую книгу. А саму выставку, говорит Рязань, можно будет увидеть до 31 августа под открытым небом в лесопарке и в Центральной городской библиотеке имени Есенина. Максим Яковлев, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».